Анион! Сегодня 21 марта, и в Корее по корейскому времени уже полночь. И, наконец, дропнули японский камбэк. Этис! Вот такие прекрасные усаны. И сейчас я увижу их в клипе. Поздравляю всех айтини, я еще не считаюсь айтини, но я все равно поздравляю всех айтини с камбэком и посмотрим на этих прекрасных парней. Погнали! Вау! Идут такие крутые. Боже, Сонхва! Они сейчас качаться будут. Боже мой! Имги! Прекрасно. Сан! Стреляет мне прямо в сердце. Зачем ты все время так смотришь на меня? Это будет опенинг какого-нибудь аниме. Господи, какой! Чон-хот! Ух, качалочка! Юсон такой милый! С гантейкой! Воу-воу-воу! Боже мой! О, Юсон! Ух ты! Колжон! Тебя же чуть не пристрелили! О май гад! Вау! Ух ты! Вау! Боже, ну как же Йосан прекрасен! Эти ресницы! Боже, вау! Усаны дерутся! Усаны дерутся! О май гад! Вау! Мы бойцы! Мы будем победителями! Вау! А, вау! Юнхо! Боже, какой изящный! Боже, вау! Вот эта буковка! Анархия вот эта вот! Боже мой! Это же... Сана растворили! Это означает борьбу с самим собой или что? Или как? Вау! Какой же сам прекрасный! Эти флаги! Я обожаю! Я хочу такой флаг! Сонхва прекрасен! Все прекрасные! Боже, стоят такие просто как солдаты гвардии какой-то! С этой лентой. Поздравляю всех с камбэком. Это было прекрасно. Я очень рад. Правда, я думал, что он будет завтра, но они дропнули в полночь. Это прекрасно. К сожалению, не могу купить сам альбом, но я доволен. Песенка надо распробовать пока что. Все. Мне больше нет слов, потому что это прекрасно. Усаны, стэнки эйтис, поддерживайте камбэк. Японский камбэк, японские песенки классные, и они прекрасные. Боже, такие стильные в этом всем черном. И я еще перечитаю повнимательнее текст песни, но там про борьбу и про безграничность, limitless. Спасибо за внимание.